Лукашенко. Анатолий, привет. Давно мы тебя не видели. Расскажи, почему ты не приходил играть в команду «Директ». На самом деле, мне всегда симпатично было твое стремление. И ты все-таки свой гол нашел в матче, в котором соперник сильнее вас. Да. Вам тяжело прям было по перемещениям и так далее. Классический состав. Почему не приезжал? Ну, я несколько травм получал, ну, связки оторваны были. И после третьего раза я решил, что нужно завязывать с профессиональным спортом. И, ну, как-то больше начал там уходить в работу и заниматься своим. От спорта, в общем, отошел. А что случилось сегодня? Вот, а вчера позвонил главный тренер «Директа» и говорит, что Толик, нужно вспомнить прошлое. Собирается звездный состав, надо, в общем, делать вещи. Вот. Ну, мы, конечно, не японцы, но... Ну, неплохо получилось, в принципе. Ну, да, как тебе матч? Ты удовольствие получил? Зажжешься? Будешь играть с Валерой, который, в принципе, не сдается, а травма-то у него была серьезная? Ну, да, да. Или все-таки как-то непонятно? Ну, да, скорее непонятно. Ну, то есть у меня мало времени, но я при возможности, конечно, будем рад. Да. Побед «Директа» в дальнейшем. Спасибо. Остается последний тур. Спасибо.